хочу очки! Отпустите меня! Нет, не надо, не надо, ничего! Я пойду, ладно? Быстро ловите все время! Убежать не успеваю! Ну где же? Все переискала! Единорожка, что ты ищешь? Давай я тебе помогу! Да я фотоаппарат ищу! Взяла с собой фотоаппарат, чтобы пофотографироваться в классе с вами, девочки! Не могу найти! Единорожка, а случайно не вот тот фотоаппарат, который у тебя на столе стоит? На столе? Ой, точно! Как же я его не заметила! Ух ты, единорожка, ты взяла фотоаппарат? Девочки, давайте фоткаться! Ой, уже звонок! Ну, на следующей перемене. Ой-ой, звонок. А я домашнее так и не списала. Единорожка, дай быстренько домашку списать. Домашку? Да, конечно. Сейчас найду тетрадь. Единорожка, да что с тобой сегодня? Вон она лежит у тебя на столе. О, и точно. И что это со мной? Дальше своего носа сегодня ничегошеньки не вижу. Спасибо, единорожка. Может, тебе к окулисту сходить? Что? Нет. Я в очках ходить не буду. Не пойду я к окулисту никакому. Я все вижу хорошо. Так, а где моя ручка? Единорожка, ручка у тебя на столе. По-моему, тебе точно пора к доктору. Да что пристали-то? Не пойду никакому доктору, у меня все хорошо, я просто и не заметила. Здравствуйте, девочки-мальчики. Ой, а на доске не убрано с прошлого урока. Так, Лол, единорожка, пожалуйста, сходи намочи тряпку и вытери с доски. Хорошо, сейчас иду. Ой! Кто сюда шкаф передвинул? По-моему, его здесь не было. Ай, синяк, наверное, будет. Ну что, я пришла. А где тряпочка, чтобы намочить? Единорожка, очень смешно. Вот же тряпка, прямо на краешке лежит. Ты что, не видишь? На краешке? Ой, ага, вот она. Я просто не заметила. Она какая-то незаметная. Светлая, как полочка. Сейчас я приду. Светлая, как полочка? Единорожка, но она же розовая. Что-то тут не так. Пойдем, я отведу тебя в медпункт. Пойдем. Доктор посмотрит твое зрение. Ай-яй, нет. Она выпишет мне очки. Нет, не пойду. Здравствуйте, единорожка. Что случилось? Здравствуйте. Ничего у меня не случилось. Я обратно пойду, ладно? Стой. Как это обратно? Мне учительница сказала, у тебя очень плохое зрение. Ай, пустите, я не хочу очки, отпустите меня. Единорожка, ну почему сразу очки? Может, просто выпишу витаминки? Нет, не надо, ничего, я пойду, ладно? Нет, единорожка, я должна тебя посмотреть. Пойдем, быстренько осмотрю тебя. Ну вот, сейчас включу специальный аппаратик и все выясним. Нет, не надо ничего выяснять, у меня и так все хорошо. Стой же ты. Как это вы меня так быстро ловите все время? Убежать не успеваю. Ну, посмотрим. Так. Единорожка, ты знаешь, тебе нужны очки. Что? Не, мне очки не нужны. Ой! Ой-ой-ой, а где же дверь? Здесь же только что была дверь. По-моему, мне и правда нужны очки. Как хорошо, что ты все поняла. Давай померяем вот эти. Ой, вы знаете, мне кажется, эти не подходят. Фу-фу-фу, какие. По-моему, неплохо было. Давай померяем вот эти. Эти вообще сразу нет. Ну ладно, посмотрим еще. Как тебе эти? Я как чудовище. Нет. А эти как? Это последние, больше нету. Ой, я как хорошо вижу сразу. А сколько всего я не видела. Ой, какие здоровские. И по цвету мне подходят. Да, я эти возьму. Привет, девочки. Я теперь в очках. Единорожка, да ты что? Очки необходимы, когда нужно исправить зрение. Никто тебя обзывать не будет. Тем более, мы все сегодня в очках. Чтобы тебе не было так грустно. Ой, девочки, и правда, целый класс очкариков. Теперь мне совсем не грустно и не одиноко в этих очках. А доктор сказал, через месяц я смогу их снять, если буду выполнять все рекомендации доктора. Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Ой, а где же моя сумочка? Ага, вон она, упала.